Привет, дорогие зрители, сегодня даю вам информацию о породе собак. Папильон. Основная информация. Название породы – папильон. Страна происхождения – Франция, Бельгия. Время зарождения породы – 15 век. Тип – собака-компаньон. Вес – 2-4,5 кг. Рост – высота в холке – 20-27 см. Продолжительность жизни – 13-17 лет. Классификация МКФ, информация группа 9, секция 9, номер 77. Цена щенков папильона от 430 до 1250 долларов США. Оценка характеристик породы. Адаптивность 5/5 определения, означающие, насколько легко собака может приспосабливаться к изменениям в жизни. Уровень линьки 1/5 уровень и частота выпадения волос у животного. Уровень нежности 5/5 уровень и количество нежности и ласки, которую собака отдает взамен на внимание к себе. Потребность в упражнениях 5/5 уровень дневной активности собаки. Социальная потребность 5/5 необходимое количество контактов собаки с другими животными, а также людьми. Квартирное соотношение 3/5 фактор, определяющий уровень шума и иных неудобств, которые собака может доставлять хозяевам в соотношении размера квартиры к размеру собаки. Груминг 3/5 количество купаний, расчесываний, а также необходимое количество сеансов профессионального груминга, необходимого собаке. Дружелюбность в незнакомой среде 5/5 особенности поведения собаки в обществе с незнакомыми людьми или в незнакомой обстановке. Тенденция к лаю 5/5 склонность к лаю и его частоте и громкости. Вопросы здоровья 3/5 потенциальный уровень состояния здоровья собаки. Территориальность 4/5 – склонность собаки к защите своего дома, двора или даже автомобиля хозяина. Дружелюбность к котам 5/5 – тенденция к терпимости к кошкам и пониженное проявление охотничьих инстинктов. Интеллект 5/5 – способность собаки к мышлению и решению возникающих трудностей, не стоит путать с обучаемостью. Воспитание и дрессировка 5/5 – уровень сложности в обучении собаки выполнять определенные действия. Дружелюбность к детям 1/5 фактор, определяющий, насколько собака дружелюбна к детям, любит ли она с ними играть и терпеть некоторые детские шалости. Игровая активность 5/5 понятие определяется самим его названием и, как правило, встречается почти у всех собак. Наблюдательность 5/5 способность собаки определить присутствие чужого на своей территории. Дружелюбность к другим собакам 2/5 – склонность собаки находить общий язык с другими своими сородичами. Папильон произошел от той спаниеля, собачек, которых часто можно увидеть на картинах художников 16 века. Рост папильона составляет 20-27 см, а вес от 2 до 4,5 кг. Размеры самца практически не отличаются от размеров самок. Собака очень активна, но, в то же время, послушна. Озорство и уникальный характер папильона делает его любимцем миллионов семей по всему миру. Название породы происходит от французского слова «папилон», которое переводится как «бабочка». Образ этой собачки оживает на работах известных средневековых художников, картины которых можно встретить в известнейших музеях по всему миру. Буквальный перевод названия «бабочка», скорее всего, связан с тем, что прямостоящие ушки животного очень сильно напоминают прекрасную бабочку, которая расправила крылья. Есть и другая разновидность собак этой породы, отличающаяся от бабочки полустоячими ушками. Примечательно, что в одном выводке могут родиться щенки обеих разновидностей. Многие ошибаются, считая, что маленький размер собаки – залог спокойного характера животного. Если вы хотите завести питомца, который будет смирно лежать у вас на коленках, к примеру, во время просмотра телесериала, то папильон вам не подойдет. Скорее наоборот, животное будет порхать по дому, выискивая, чем себя занять. При этом папильон является отличной собакой-компаньоном, которая надолго станет вашим верным другом. Папильоны очень бдительны и осторожны, особенно по отношению к более крупным сородичам. При этом представители этой породы часто используют в качестве сторожевых собак. Они отлично справляются с этим заданием, забывая о своих размерах и физических возможностях. Животные этой породы максимально подойдут для активных и общительных людей, ведь папильон обожает общество человека. Небольшие размеры питомца указывают на простоту ухода за собакой. Несмотря на сравнительно длинную шерсть, а также то, что она склонна к линьке, ухаживать за шерстью животного довольно просто. Эти чудо-собачки также подойдут и для тех, кто
кто хочет воспитать питомца, готового к участию в различных спортивных соревнованиях. Собаки также охотно участвуют в различных соревнованиях по выполнению сложных команд. Представители этой породы хорошо уживаются с другими домашними любимцами, в том числе и с кошками. Самое главное – приучать щенка к совместному проживанию с раннего возраста. Папильоны обожают детей, правда, дружба малыша и маленькой собачки может принести негативные последствия. Дело в том, что эти маленькие собаки могут укусить ребенка, если посчитают, что им может быть нанесена боль. Поэтому не стоит оставлять детей и собаку без присмотра. Животные этой породы относятся к долгожителям. Покупая такого щенка, вы можете быть уверенными, что он станет верным другом на долгие годы. Характер папильона. Название «папильон» в переводе с французского означает «бабочка». Свое название порода получила благодаря особенной форме ушей, похожей на бабочку. Представители этой породы очень активны. Они обожают играть с мячиком и бегать, хотя с удовольствием проводят время в спокойной обстановке со своим хозяином. Эти собаки чаще всего быстро схватывают все, чему их учат. Особенных успехов добиваются в послушании и agility. Папильоны – превосходный выбор для начинающих собаководов. Содержание и уход. Несмотря на достаточно густую шерсть папильонов, за ними не так уж сложно ухаживать. Эти собаки не выделяют характерного запаха. Расчесывать их необходимо 2-3 раза в неделю. Купают папильонов по мере необходимости. Шерсть этих собак не склонна к обильному выпадению, но сам процесс расчесывания необходим для того, чтобы шерсть собаки выглядела здоровой и красивой. Изредка папильонов нужно подстригать. Сделать это несложно даже в домашних условиях, не прибегая к помощи профессионалов. Уши папильонов нужно систематически проверять на наличие инфекций, раздражений и загрязнений. Ушные раковины нужно чистить специальным раствором, назначенным ветеринаром, при этом не нужно использовать ватный тампон при чистке слухового канала. Еженедельная чистка зубов предотвратит возникновение зубного камня, а также неприятного запаха изо рта. Когти обрезают по мере необходимости, как правило, делают это ежемесячно. Дрессировка и обучение. Папильоны легко поддаются дрессировке, они полны особым желанием угождать своему хозяину. Острый ум этих собак позволяет схватывать некоторые команды за одно занятие. Некоторые папильоны могут проявлять определенное упрямство, так что не следует думать, что ваша собака не соответствует породе. Еда может стать неплохим мотиватором при обучении домашнего любимца. После освоения базовых команд и навыков многие владельцы папильонов сдают их в специальные школы для более глубокой, профессиональной подготовки. Очень часто представители этой замечательной породы становятся победителями различных соревнований, особенно если дело касается agility или соревнований по выполнению команд на послушание. Здоровье и болезни. Средняя продолжительность жизни папильонов составляет 13-17 лет. К основным проблемам со здоровьем собак этой породы относятся вывих коленной чашечки, фолликулярная дисплазия, врожденная глухота, заворот век, катаракта и прогрессирующая атрофия сетчатки. Несколько интересных фактов. Нервозность и агрессия не присущи этой породе. Избегайте щенков с таким нравом. Самое главное для папильонов – достаточное количество внимания со стороны человека. Щенки этой породы очень нежны. Им может быть нанесен вред в раннем возрасте во время игр с маленькими детьми. Папильоны не подходят для семей с очень маленькими детьми. Папильон относится к собакам, особо чувствительным к анестезии. Не забывайте об этом, если вам придется делать операцию. Никогда не приобретайте щенков у случайных заводчиков. Делайте это у проверенных собаководов, лучше всего по рекомендации знакомых и близких.